Всем привет, с вами Саявар, мы продолжаем проходить бесконечное лето, мод под названием «И свет звезды не скроется вдали». Мы уже находимся на третьем дне, и после небольшого, так сказать, разговора со своей совестью, можно так сказать, или как, да, он как говорил, совесть, мы сейчас выжили из домика, встретили старичка, и сейчас мы ему помогаем, а взамен на нашу помощь он нам это белье приносит, принесет чистую. Извиняюсь, что я ударился об стол просто, а, блядь, опять. Давайте начнем. А Скотт вообще где здесь находится? Иди, я не болтай. За столовой вон, за столовой. Так, иду, иду. Нервный дед какой-то попался. Это есть еще... Сейчас он такой, что... То, что будет, когда здешний СССР развалится. Даже думать об этом не хочу. Ага, а вот и он. Подожди немного, я ключи достану. Снаружи склад больше напоминал по развалившийся сарай, который выкрасил белой краской. Выкрасили белой краской. Хотя такой образ создавали двери. Они были покосившимся из дерева, в отличие от стен, обитых металлическими листами. Само же здание было пристройкой столовой. Скорее всего, его часть использовать как холодильник. И раз интереснее было то, что сразу за складом не было сосен. Повинное количество растущее по всему лагерю. Возможно, эту зону планировали использовать под застройку. А припекать так это хорошо, что ветерок дует. О, вот он, проказник нашелся. Михайлович достал длинный ключ с тремя засечками с одной стороны. По-моему, такой ключ тоже был в той связке. Складской, значит. Жутким скрипом и парой матюков ржавый замок поддался таки. А уговоры сторожа открылся. Идем, я свет включу. Внутри данного сооружения больше напоминало не склад пионерлагеря, а школьный. Доски, стулья, даже несколько парт, спортивный инвентарь занимал, наверное, меньше всего места. А внутри-то не так плохо. Сделать нормальное освещение, ламинат постелить, диванчик поставить и неплохой лофт получится. Маты в том углу. Нашел. Овщи! Ну и пылище! Чай где-нибудь подальше от меня. Вообще-то воспитанные люди желают здоровья в таких случаях. Боюсь спросить, зачем это барахло перетаскивать вообще нужно. Пусть и жить себе тут топылиться по ним помаленьку. Так вон, наверх посмотри. Дыры видишь какие? А по прогнозу на неделю ливень обещали. А еще тут традиция в лагерь такая. Ну как традиция, глупость одним словом. Традиция маты таскать? Да нет, хотя звучит именно так. Заключается она в том, что отряды обмениваются спортивным инвентарем, включая маты. Стрёмная традиция какая-то. Погибеть один и склад тоже. Зачем ты делать-то? Какой ты проблемный. Все объяснять нужно. Складов тут два, кстати. Лагерь здесь совмещенный. То есть раньше их было два. Обе совёнки. Только старый и новый. Старый лагерь был меньше и был действительно старым. Его построили одним из первых после войны. Это был пионерлагерь, а не эти извращения. Сейчас здание заброшено, наверняка уже сгнило. Михаил Михайлович, подожди, какие еще извращения? Что-то ничего не понимаю. Какой же ты? Сам-то знаешь, куда приехал? Родители вообще хоть что-то о пионере рассказывали? Может, в школе говорили, нет? Поколение идиотов. Мое детство пришлось не на 90-е, поэтому кроме нравоучений касательно советской идеологии, я от родителей ничего не получал. Особенно касалось истории совка, о которой ничего мне не говорили и пытались скрыть всеми возможными способами. Что поделать, время такое было. Родители хотели видеть робота с однозначной и непреклонной программой, а не рассуждающей о правильном и неправильном человеке. В большой степени о советщине я узнал уже в универе, и вопросами пионеров не задавался. Ну, объясните мне такому типу тупому, что к чему. Ладно. Раньше пионерами были дети от 9 до 14, как ты мог легко заметить. Здесь бродит много ребят постарше. Как-то я не обратил на это особо внимания. Оказался черт знает где, помолодел и прочее. Тут уже просто в голову не лезут такие мысли. Сейчас, когда популярность пионеров упала, над Савенко решили провести эксперимент, который длится уже 5 лет. Так что от старого лагеря осталась только обертка с огрызком конфеты. Но факт в том, что людей сюда приезжало и приезжает достаточно много, от этого вышло так, что теперь лагерь один, но крайне большой, почти пионер-городок. А война... как там молодежь называют, между половинками лагеря, стала общей,
идея таких вот соревнований. Призом служит спортивный инвентарь и некоторые пионеры. Пионеры? Что за работорговля такая? Ха, как сказал, работорговля. Нет, просто победители могут выбрать некоторых талантливых пионеров, и они переходят в их лагерь. Нас отделяет небольшая лесная зона, поэтому ты вряд ли увидел ту часть совенка. Очень странно, что ты не знаешь об этом. Сам же сюда приехал. Ну да, сам. Вот это игрище, блин. А говорят, будто в совенке развлечений не было. Вот целая локальная война. Юрий Михайлович, вопрос дня, пацаны. А куда, собственно, тащить-то все это? Да я же не сказал. Галерею неси. Какую еще галерею? Тут что, еще и галерея имеется? Ой, забыл совсем. Это лет 5 назад галерея была. Сейчас там кружок музыкальный. Думаю, что музыку, что Нику обрадуется эдакому использованию пространства в клубе. Я сказал туда все отнести. Да, непутевое это. А почему непутевое? Не секрет. Ты же сказал. Один вопрос. Вот что тебе с того, если узнаешь? Мне интересно. Как узнаю, обещаю заткнуться и работать. Способный парень. Быстро учишься. Ну так значит непутевое она, чтобы по блату устроилась. Дядя у нее должность высокая занимает. Вот и пристроил. Ну так вожатая не начальником. Это пока. Думаешь, я впервые такое вижу. Сейчас немного поработаю так в лагере, потом на место директора сядет. Так раз через год на пенсию выходит. Вот тебе и честно советское общество. Кумовство оно. Его всегда, всегда и будет. И вообще, ты замолчать обещал. Я кимну. Так, ладно, потащил. И раз, и два. Мат было на три ходки, при условии, что я смогу нести несколько за раз. Поспешу сразу три брать. Тяжелее, чем кажется. Наверняка в каждом не меньше 3 кило пыли. Надо уменьшать нагрузку. Не то чтобы очень тяжело, но жарко, зараза. 2 минутки постою, тащу дальше. На связи шоу радостный электроник. Фингала под глазом у него уже не наблюдалось. Замазал чем-то. Привет. А чего не на линьке не пришел? Че это у тебя? Привет. Чего, не видишь? Мат его таская на линьке не было, потому что переселялся. Переселялся? А где же ты до этого жил? Понимаешь, с вожатой. Не переживай, с каждым случается. Да-да-да, это все очень смешно, но все-таки не можешь ты помочь мне, хочешь? Не, это без меня. Мне нельзя часть таскать. Проблемы со здоровьем. Ага, вот только со здоровьем или... Ну, да неважно, и сам справлюсь. Ладно, давай, пойду я, работаю еще в вагон и маленькая тележка. Да-да, до скорого, потом еще поговорим. О, Кит, давай футбол или еще во что-нибудь сыграем. Нет, чудо мое беззаботное, у меня работа, потом как-нибудь. Ну иди тогда, в следующий раз звать не стану. И нечего обижаться, я не один на весь лагерь. Дальнейший путь особых сложностей не принес, за исключением Алисы. Девушка явно не скрывала смеха и не упускала возможности посильнее подколоть меня. Давай, тащи, батрак, судно само себя не сдвинет. Разумеется, госпожа, не звольте ли чаю с мытком и Али еще чего? Ну да. Первый заход почти готов. Осталось еще узнать, как Мику на это отреагирует. Ну, поехали. За дверью слышу звуки. Не звуки музыки или обычного разговора. Немного прислушав, стало ясно, что это разбирательственно разбирает отношения между Мику и Ольгой. Наверное, вожатая таки соизволила рассказать про маты. Ну почему же они должны лежать именно здесь? В лагере достаточно других мест. Понимаешь, здесь сухо, просторно, людей почти нет, да и ты себя присмотреть сможешь. А вот неправда, ко мне Киз вчера записался, между прочим. Просто отлично, вместе как-нибудь их и уложите. Но я все сказала. Сюда идет. Я ничего не слышал, я только пришел. О, Кит, ты как раз вовремя. Поможешь Мику. Ты уже очень интересно, как это вышло. Ведь заниматься переноской матов должен был Михаил Михайлович. Но, видимо, он решил наградить опытом молодое поколение. Ага, есть такое. Зачем забыл деду желание загадать? Ну, ничего страшного, еще несколько ходок всякого придумаю. Не смотри так, меня сторож заставил. Можешь побить мат? Прости, ты не виноват, конечно, просто так вышло. С самого утра так, как это у вас говорится, что-то не клеится. Да никто не виноват. Виновата организация, предприятие и пыльные маты. Пыльные? Ну да.
пыльный, лежит себе мат, никого не трогает. Но тронешь его ты или, что хуже, попытаешься перенести, так сразу чихаешь. Это я к тому, что не грусти ты так в общем. Сейчас придумаем, как все правильно разместить. Подожди немного, я дотащу оставшуюся. Есть у меня одна задумка. Ну хорошо, если ты так говоришь. Ох, и да, открою пока форточку, а то, боюсь, в тех матах еще и пыли много осталось. Пускай выветривается. Ну, пионерка приободрилась и уже не выглядела такой мрачной, как несколько минут назад. Прошу сделать еще пару заходов, за которые, помимо матов, я отнес в домик постельное и договорился с Михалычем забрать свою награду позже. По окончании всех грузопереносок я попросил Мику выйти. Во-первых, чтобы пылью не дышал. А во-вторых, я знал, как использовать маты максимально эффективно в такой ситуации. Жалко только, что тонких досок не было. Закончил. Принимаю работу. Прораб Мику. Хорошо, вас поняла. Ой, не так. Показывайте объект. Ну ничего не. Ну, ничего не обычно, пускай так и было. Прости, лучше ничего не вышло. Но зато тебе места они почти не снимают, а в твоем хобби появились диванчики. Супер, спасибо, Кит. Теперь даже есть где посидеть, а то раньше всегда всего пара стучков было. Не скрывая своей радости, Пенек решил попробовать один из импровизированных диванчиков. Я ненавижу этот момент. В момент приземления девушка на маты поднялось небольшое облако пыли. Благодаря лучам солнца, бьющим сквозь окна, получился милейшая картина. Ты чихаешь, как тикать котенок. Да, правда? Ой, я это только что вслух сказал. Ну и ладно. Правда. Бирюзовый такой котенок. Я так мама в детстве называла. Помню каждый раз, когда я плакал. Мама меня прижимала к себе и бирюзовым котенком называла. Хорошая мама. Жалко только, что это так давно было. Или тебя мама как-то по-другому называет? Нет. Сейчас. Я с родителями вообще очень редко вижусь. По лицу Мику было видно, что она не очень хочет поговорить на эту тему. Что ж, понятно. Я мог. Поэтому я не стал грузить дальнейшим расспросами. Казалось. Вообще. Сейчас вернусь на кладовку, зашел бы сходить, а ты отдыхай пока. Прибраться тут действительно не помешает. Помимо пыли с матами, в куб пришло еще немного песка, который с удовольствием сел на паркете. Может тебе помочь? Нет, не нужно. Ты так хорошо поработал. Ну, не нужно, так и не нужно. С этой мыслью аккуратно, чтобы не понять еще больше пыли, прилег на маты. Мавр сделал свое дело, Мавр может отдыхать. Кит, да, что такое? Так, ничего. Вернее, есть кое-что. Ну, то есть, не совсем, но... Так что? О, а какую музыку ты больше всего любишь? Мику, а тебе зачем? Так, просто интересно стало. Мне важно скорее качество исполнения, а если это песня, то смысл. Ну, вообще, может, жанр какой или группа? Вообще, рок, рок-н-ролл, металл, панк-рок. Любимые группы. Этих еще нет, а может, и вовсе не будет. Не подумал бы, что ты панк любишь. Мне вот не так и нравится. Нет, ну все нравится. Конечно, еще у Киа пара песен понравилась. Правда, я по классике больше. Ой, что-то хорошее. Здесь есть Цой. Цой? Он на века, поверь. А что за Киа такие? Король и Арлекин. Ты не знаешь, разве песни их достаточно необычные? Часто мистику уходят. Услышав это, я чуть не подпрыгнул. Неужели? Неужели здесь есть свой король и шут? Новость, однако, замечательная. Мику, странный вопрос немного. А у тебя случайно какой-нибудь их записи нет? Дай-ка подумать. У Алисы точно должны быть кассеты. Алиса, будет сложно, но ничего, я все Dark Souls за бомжа прошел, с этим справлюсь. За бомжа. Он что, реально сейчас, я чувствую, ратится вот тряпки на версии падет, бля. Скоро вернусь. Достань пока магнитофон, ну или что-нибудь, на чем можно будет его послушать. Хорошо. Кит, прости, Мику, расскажешь позже, тут такая надежда появилась. Интересно, если что ты те же, твои песни тоже поскребу услышать. Стопэ, а где мне Алису искать? Так, нужно кто-то, кто знает лагерь лучше меня, то есть почти кого-то угодно. Расположение домика в ней тысячи должен быть у всех на устах, ведь если не знать, можно напороться. О, Шурик! Привет, ты чё запыхнул такой? Марафон пока не надо бежать.
Да плевать мне на марафоны. Шурик, будь другом, скажи, где домик Алисы, где мне ее найти? Зачем тебе это? Сейчас солнечный удар? Ты что там забыл? Неважно, просто скажи. Ладно, ладно. У нее с Ульяной 23-й домик. Это за кружками. Спасибо тебе, простое человеческое спасибо. Там еще и Ульяна. Дабл босс получается. Ага, это должно быть он. Кто еще повесит пиратский флаг вместо штор? Вообще, есть кто, но тут это можно быть только рыжие. Ай! Твою ж мать! Больно! Кит, ты что тут забыл? Да вот думал, в гости зайду. И сразу же получил гостеприимство по носу. Потому что стучать надо. Я сквозь стены смотреть не умею. Я не успел. Ох, прости уж. Ну что там, насколько красивее я стал? Балф на 10. Вроде нос не сломан, но у тебя кровь течет. Было бы странно, если бы не потекла. Отлично. Вата есть. И паникуй, Пеня. Сейчас, найдем. Пока Алиса искала вату, я старался как можно меньше капать кровью. Так, вот она. Держи. Ага, спасибо. Дай мне 5 минут, и я снова буду прекрасен. Ну, так зачем пришел? Мико сказала, что у тебя есть кассета Кия. А если нет, то что с того? Дашь послушать. Даже не знаю, а что мне за это будет? Я на тебя докладного не накатаю. То есть, двери у нас было мало. Нелепая случайность. Сам виноват. Ладно, черт с собой. Давай так. Ты мне сейчас кассету, а я потом тебе совершенно новую запись, которую ты 100% не слышала. Какие-то сомнительные предложения. Не обманываешь? Честно тебе говорю, реально новые. Что за жанр хоть? Рок отменный. Ладно. Но только если обману, я тебе эту кассету... В общем, придумаю еще. Уже страшно. Я не был около 3 минут, в течение которых из домика раздавалось множество неестественных звуков. Это что там такое творится? Она вытерла со лба пот. Не сломала только. А, блять. Не сломай только. Да? Спасибо. На кассете было написано «Лучшие рок-хиты 1980-х». Достаточно плодотворный период, если судить по моей медиатеке. И опять же, наверняка эта кассета меня удивит. По крайней мере, мне это хотелось. Еще. Веди себя прилично с нашей девочкой-оркестром. Что, за подругу беспокоишься? Не подруга она мне. Но, если хоть пальцем без разрешения тронешь, я лично прослежу, чтобы пальцев у тебя больше не было. Сейчас, наверное, даже пить боль за сколь-либо от ужаса. Потому что ты переживаешь за подругу. Ну, а может быть, спокойно. Ничего я Мику плохого не сделаю. Не подруга она мне, сказал же. Ладно, ладно, ты не кипятись только, не кипятись. Смотри у меня. И подруги, говоришь. Мику, я вернулся. Я тут прибралась немного. Похоже, пыли ты очень полюбилась. Подойди-ка сюда, подойди-ка. Вот надо же было так извозюкаться. Только через несколько секунд я понял, что произошло. Сейчас на сцене в неловком молчании созревали 2 красных смущения пионера. Никогда бы не подумал, что после всех дрязг, которые произошли в моей жизни, вот так вот смущен. Я нашел магнитофон. Да. Отлично, замечательно. Понадобилось несколько секунд, чтобы угомонить и привести порядок мысли, изрядно разгулявшейся в голове. Ну-с, что-то у нас электроника. Откуда такой красавчик? Я ожидал увидеть громадину. Это мой. Кубин сломался в том году. Так попросил бы Шурика с электроникой. Они бы починили технари как-никак. Да я и попросила. Сказать, что сгорело там что-то, а деталей у них подходящих нет. Понял, значит, надо быть поаккуратнее. Ну, давай, не подведи. Так, старина Оззи. Мне у него что-то инзотар понравилось. Да, отличная песня. Мне нравится такая музыка. Приятная неожиданность. Обычная девочка, не по душе металл. Что дальше?
Да ладно. Что такое? Мику, ты знаешь, кто это играет? Нет, кто-то важный. В своих кругах очень даже. Удивительно. Интересно, как это для этого пропустили до Касюта? Тем более мы лед. Чем еще мне порадует это какая-то кроха? Пускай это будет король шут. Ну или кукурынышки. Пожалуйста. Punk not dead. Так, ладно. И ты в порядке? Ой, прости. Просто я понял, что и это именно та группа. Не пугай так. О, это еще что за... Пацанчики, блин. Клубе зашли двое неизвестных мне пионеров. Один с противно зализанными волосами, гордо распахнувший дверь клуба, а второй рыжий хлипкий парень, постоянно перебирающий свой галстук. Чё, ладно, чё-то нифига не понял. Наверное, что-то будет сейчас такое, что неинтересно будет, если честно. Ладно. А я не знаю, кто сейчас из них говорит, ёб твою налево. Налгать буду. Да уж, я и представить не мог, что ты такое опустишься. Раньше мне казалось, у тебя Мику хотя бы вкус есть. А это кто? Поднимив дружелюбие и доброта, сходящий от Мику, просто исчезли. При взгляде на только что пришедших пинель, в лицо девушки выражало только отвращение. Павлик. Кто же еще? Привет, Мику. Привет, Миш. Ты, как я погляжу, все прозябишь в этом музыкальном прыжке. Он усмехнулся. Парень смотрел по сторонам, как бы выискивая синий дочет у помещения. Не надоело еще. Просто смирись, что музыка — это не твое. Мику сжала свои кулачки так, что ногти впились в кожу. Зачем пришел, Павлик? Узнал, что ты записалась на соревнования. Вот пришел, так сказать, убедиться в победе. В принципе, чтобы не тратить время, ты можешь отказаться уже сейчас. Уже ты самоуверенный, Павлик. Ну знаешь, здесь папочка тебе не поможет. Жили гадкий утенок объявляет войну. Да. Да, объявляю. Хорошо. Вызов принят. В таком случае предлагаю пари. Ну и чего же ты хочешь? Насколько я помню, твой отец в состоянии достать что угодно. Так и есть. Но вещи — это ведь еще не все. Правильно? Если проиграешь, то сама переедешь в наш лагерь. А там я позабочусь о том, чтобы ты больше не захотела играть. Ну а если я выиграю? Если такое вдруг случится, то я попрошу отца вернуть на работу Петро. Идет. О чем? Что? What the fuck? Что происходит? Вообще не понимаю. Странно. Выкрикнул Мику, не дав ему договорить. Мику? Не мешай, Кит. Это такое между нами. А ты еще кто? Обход делаешь. Тогда не мешай, уходи. Промякнула мысль, хорошенько разъясните этому зазнайке, насколько он не прав в выборе аргументов. Это Кит. Он член моего клуба. Надо же, кто-то все-таки решил присоединиться к тебе. Наверное, такой же неудачник. Хоть Мику и сказал, что это не мое дело, но если этот Павлик не перестанет, то зубов у него поубавится. В любом случае, теперь это не имеет значения. Они пожали руки. Мику ужал руку на пышного пинера так сильно, что на лице Павлика проступили маленькие капельки пота. Разбей, Миш. А он стиснул зубы. Да, сейчас. Второй парень, чем ты напоминаешь мне чудика из рассказа Шукшина. Слегка потупил в пол, выполнил просьбу уже покрасневшего от напряжения товарища. Довольно улыбнувшись, прилизанный пионер перевел свой взгляд на меня. Как-то там тебя Кит? Не трать время зря. Максим, чем ты это научишься, это так это дешевая игре в кабаках. Знаешь, а я сам как-нибудь разберусь, что мне делать. А вот тебе лучше быть поосторожнее, мало ли, что произойти может. Как сдержался я, чтобы не зарядить ему кулаком в живот. Чудак. Пионер? Это что? Я вообще не... Я... Блин, появляются такие, что я без понятия. Ладно, вот вы где. О. Он зашел еще один. Не припомню, чтобы видел его на линейке, наверное, он с ними. Паш, вот скажи, какого черта я вас должен искать по всему лагерю, а? Вот я не понимаю, Паш.
Вас, господа, талантливый, Андрей Романович зовет. Чего хочет, он не сказал, но просил как можно скорее. С нами новенький не говорил. Видимо, мы не входим в список его интереса, так я сначала подумал, а потом ощутил на себе его косой взгляд. Чего это? Миша и Павлик переглянулись. Саш, давай пойдем, а то сам знаешь. Да-да, идем. Все равно тут уже нечего делать. Троица двинулась к выходу. Этот ушел. И вот снова тот же самый взгляд окатил меня. Нет, в нем не было надменности и заносчивости, скорее удивления. Когда дверь клуба закрылась, Мику подошла к матам и, скаля зубы, несколько раз пнула импровизированный диванчик. Да что же сегодня за день такой? Боюсь спрашивать, что это сейчас такое было. Мику выдохнула и постаралась привести себя в порядок. Да нет, все нормально. А это? Они пионеры из другой части лагеря. Да, ну, еще бы заключать такое пари. И кто это такой-то, этот Петро? Давид Петрович, он мой дедушка. Кит, я не хочу об этом говорить. Не очень хорошо понимаю, в чем суть проблемы, но ее это, похоже, сильно волнует. Знаешь, один хороший человек как-то сказал, что правильного выбора нет. Есть только сделанный выбор и его последствия. Нужно это принять и идти дальше. Да? И кто же это сказал такое? Дядя мой. Пожалуй, единственный, кого я по-настоящему уважаю. Но если выбор все-таки был не тем, если все решения были ошибкой, что он говорил в таких ситуациях? Не знаю, при мне он ничего такого не говорил. Но когда что-то шло не так, дети натягивали на лицо улыбку, и шел с бараньей упертостью решать проблему. И что, помогало? В целом, да. Правда, как-то он решался до пули в легком. Но вряд ли эта информация здесь как-нибудь поможет. Я... Не знаю, к лучшему это было или худшему, но наш разговор прервал сигнал на обед. Слушай, мы в столовую сходим. В столовую, в смысле, вместе, ну, то есть, да, но... На лице Мику появился легкий румянец, а ее речь вернулась к прежней скорости. Не могу ты меня отстать ненадолго сейчас. Сейчас я бы хотел побыть одна. Ну, и как я себя должен вести в такой ситуации? Уверена? Да, я думаю, тебе позже. Хорошо. Ладно, я пойду тогда. Она ничего не ответила, только кивнула, приправ это быстрой улыбкой. Казалось, что она сделает это через силу. Подобно спора просто так не заключает. Наверное, ей действительно нужно побыть одной. С другой стороны, в такие моменты необходимо, чтобы кто-то подставил плечо. Правильно я поступил, что ушел? Хотя, как с меня поддержка? А, какая с меня поддержка? Мы знакомы-то от всего 2 дня. Мику, наверное, и за друга меня не считает. Что толку об этом думать? Мои решения всегда только мои. Стало, как всегда, людно. Вспомнились университетские деньки, когда можно было простоять весь перерыв между парами, а иногда и целую пару, пока освободится место. Дождавшись своей очереди, я получил обед, тарелку супа и корочку ржаного хлеба, после чего приступил к поиску свободных столов, которых не наблюдалось. Долго ждать мне не хотелось, поэтому пришлось направить ноги по пути наименьшего сопротивления. Привет, Лен, не помешаю? Привет. Да нет, присаживайся. О, спасибо, а то вон сколько народу, настоящий аншлаг. Так, пенелагерь же, тут все так, всегда так. Сказано и переключил внимание куда-то за пределы этого мира. Тяжело не согласиться. Чем я не стал заниматься, приступил к поеданию супа с тефтельками. Говорят, что за едой лучше ни о чем не думать, отвлечься от суеты, заесть мысли. Может, это и правильно, но ко мне, напротив, частенько мысли прибегали именно во время еды. Сейчас. О чем вчера думал? Хотел же помочь человеку впервые за долгое время, а сам просто сторонился и как стоп. Аж противно. Уже не знаю, стоит ли вообще что-то делать или просто оставить эти мысли. Ведь последние годы как-то получалось. Нет, если решил, то делай. Да! Только так и никак иначе. Всегда чувствовал искреннюю зависть по отношению к тем, кто до победы стоит за свои поступки. Просто, ну и... Думаю, тут так легко, но вот исполнить его и как непросто. Что же я могу? Сперва было бы неплохо о тех пионерах узнать. В отличие от этого джина из бутылки, эти ребята вполне себе обычные. Пока я рассусовывал в голове свои планы, Лена продолжала смотреть вдаль. Это, если признаться, все-таки вызвало интерес.
то на приеме сидел один из заполученных троицы. Благодерзкий парень со светлыми волосами и косым взглядом. Лен, как и вчера, я его проигнорил. Лена! Ты что-то сказал? Лен, ты его знаешь? Я позвал прямо на пионера. Лена немного покраснела. Это Влад. Он не из нашей части лагеря. Что же он тогда здесь делает? Не знаю, но он часто у нас тут бродит. Хотя вообще зачем это? Вот понимаешь, заинтересовал человека. Знаю, кто тебя заинтересовал. Это точно не Влад. Увидев Алиса, Елена хмыкнула и ушла в другой конец столовой за недавно освободившийся столик. Ну иди. Можешь на меня вечно обижаться, только это ничего не изменит. Что, не клеится? Завали, это не твое дело. Воу! Я немного напрягся. Нужно быть готовым драпать, а то мне не улыбается в перспективе ходить раскрашен, как электроник вчера. Алиса подошла и села за стол, попутно смирив свой гнев. Да расслабься, не семя тебя. Правда? А то мне терзать смутные сомнения. Секунду назад ты был готов меня разорвать. Да ничего бы с тобой не произошло. Наверное. Слабо обнадеживает. Так, что там у вас с Владом случилось? Я видел, как он и еще двое выходили от Мику. Думаю, я не должен об этом рассказывать. Лучше у Мику узнай. Не, мне и так нормально. Немного неловко спрашивать, когда я сам молчу. Но ты можешь рассказать о том, кто они такие. Пионер с другой части лагеря. Влад обычно торчит здесь, у нас. Но почему никто не знает? Он помощник их вожатого. Его зовут Андрей Романович. Те двое Миша и Павлик. Имел мне удовольствие познакомиться. Ха, это точно. Они как волокру и носорог. Всегда вместе. Знаю, что у Павлика отец директор гимназии. И у него много связей. Второго зовут Миша. Он всегда за Павликом таскается. А что они с Мику могли не поделить? Тело разберет. Они учились вместе, так что, наверное, что-то есть. Спасибо и на том. Все-таки что с... Закончи и получишь глаз. Че-то мне не улыбается перспектива. Я кинул и углубился обратно в тарелку. Алиса сделала то же самое, иногда поворачивая столик у Лены. Вскоре она ушла. Мику столько как-то так и не объявилась, отчего я решил попытать счастье на кухне. И сегодня... Ну, не вышло. Повариха обосновала это тем, что вчера сделала только одно исключение, и акция больше не действует. Да, хотя я тоже можно понять, раздает кто кому попало казенные запасы. Печально, однако. На следующем дне с веселым расположением духа шла Славе. Редкий, тебя сегодня не видно весь день. Неужели решила отлынуть от работы? Так а ты можешь? Нет, конечно. Выполняя поручение, говорит Дмитрий, подтвердит. Ну ладно. А что грустно такое? Что-то случилось? Нет, вообще-то. Хотя, Слава, помнишь, ты говорил, что я могу обращаться к тебе за помощью? Помню, конечно. Но ты знаешь, ничего запрещенного или пошлого. В общем, тут такое дело. Чёрт, неудобно подумать еще чего лишнего. Мику клубе увлеклась очень и на обед не пошла. Я хотел взять ей поесть чего-нибудь, но безуспешно. Понимаю. Подожди здесь немного, я сейчас. Слава вышла из столовой минут через 5, неся в руках тарелку с котлетой пюре. Ну и, конечно, супа может зажатый авторитет посильнее моего будет. Так что ничего удивительного. Вот, тебе проблема решена. Да, спасибо тебе. Змен, не мог бы ты потом оказать мне небольшую услугу? Здоровый альтруизм редко бывает чести, правда? Хотя я не возражаю. Вряд ли она попросит что-то чрезмерное. Да, если смогу, помогу. Отлично, тогда до встречи. Мы разошлись. Тогда... Так нет, маска. Когда я пришел, окна клуба были приоткрыты, а изнутри лилась гитара. Грустная мелодия, готовая вонзиться сердце, если дать ей маленький шанс. Если в музыку вложены чувства, настоящие чувства, то играть начинает уже не просто мелодия, не просто песня, это история. Единственное неповторимое, остальное уже не то другое. Что ж тебя так мучает? Только присев на скамейку и поставив тарелку рядом, я был готов окунуться в мир музыки, чтобы почувствовать эту историю от начала до конца. Надеюсь, ты не обозлишься на меня, такого отращенного ото всех, боже, слушай, мир актера, за то, что подслушал нечто столь личное.
Знаете, что самое занятное в таких историях? То, что раскрывается не только история, но и душа слушателя. Вся грусть, вся радость, вся тяжесть и боль, что томились в ее глубинах, устремляется наружу. Я вспомню свое детство, юность, эти неприятности, что они принесли мне. Вспомню боль предательства и боль разбитого сердца. В то же время ощутив, что и Мику испытал нечто похожее. И, возможно, до сих пор испытывает. По щеке покатилась одинокая слеза, а где-то внутри появилось успокаивающее тепло. Мика все играла, а я слушал, забыв о времени, погруженной музыке и погруженной в себя. Когда же наступила тишина, то остался лишь я настоящий, без образов и сотен масок. Из окна показались аквамарины хвостики, а затем и их владелица. Нет. Мы встретились взглядом, девушка на секунду застыла, наверное, поняла, что все это время я был здесь. Как же, то есть, как давно ты здесь сидишь? Ну, в том смысле, что тебе нельзя. Конечно, может, просто хотел сказать. Это было замечательно. Выдал я, приврав ее на полстоя, и вошел в клуб. Мы устроились на матах, и какое-то время оставались в полной тишине, собираясь с мыслями. Тебе действительно понравилось? Спросил она в полголоса. Ну, конечно. Нет, я имею в виду... Нет, это, конечно, было неплохо, но я играл не для публики, а для себя. Прости. Ладно. Мико стал передо мной, скрестив руки на груди и скорчил обиженное личико. Не извиняйся, просто скажи, что ты думаешь, только честно. Я думаю, что это была настоящая музыка, идущая от сердца, и она прекрасна. Мне жаль, что существует так мало прекрасных вещей, поэтому я рад, что услышал тебя. Сказал я как на духу, теперь будь что будет. Ты хочешь еще что-нибудь послушать? Надеюсь, что вопрос был риторический. Ну хорошо, тогда... Ой. Ты ведь так и не сходил с того бы. Я протяну тарелку с обедом. Не нужно было. Я не голодный совсем. Правда. Ну да, так я и поверил. Ты уверена? Разумеется. Я приподнял одну бровь и слух посмотрел на Мику. Обманешь никак. Ну, может, немножечко голодная. Содержимое тарелки исчезло с удивительной скоростью. Закрылись подозрения, что это уплетающий за обе щеки музыкант умудрился пропустить не только обед, но и завтрак. Не поддавись только, талантище, оголодавшее. Мика изобразила недовольную мину, но есть не перестала. Я невольно хихикнул. Тихо. Прожуй для начала. Спасибо. Ты еще не передумал меня слушать? Не дождешься. Тогда подыграешь мне? Только если это не что-то сложное. Это подумать надо. И сейчас. Ну, так пока она еще подумает, потом она что-то решит, мы вернемся уже на, как говорится, на следующем видео, как говорится. Здесь я остановлюсь, конечно, мне эти, как говорится, блин, ну как бы так сказать, чтобы не было такое, но... Я не могу так сказать, вообще не получается. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, а с вами Соя Варен, это был Бесконечное Лето, мод под названием «Из всей звезды не скроется вдали».